Всем добрый вечер. Сегодня 22 августа 2024 года, четверг, город Харьков, на улице плюс 30. Сейчас пасмурно и без ветра, но днем было очень жарко и солнечно, и без осадков. Долгота дня сегодня 14 часов 3 минуты. Сегодня ночью температура будет до плюс 21 градуса, будет без осадков, ветер 2 метра в секунду, влажность 42%. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, хотела сегодня и раньше снять, но получилось как всегда. В общем, сегодня у нас была очень жаркая погода. В течение дня практически ничего не получилось сделать. Не просто жарко, а очень жарко. Я надеюсь, что эта жара скоро закончится, потому что это неимоверно, это очень тяжело. Ну, я говорю о себе, и мне очень тяжело дается жара. Конечно, мы сегодня позакрывали форточки, но сильно это дело не спасает, потому что нагревается уже крыша, а крыша передает сюда вниз. Ну, в общем, в доме становится жарковато. Причем жарковато уже больше, чем 25 градусов плюс. Поэтому я очень надеюсь, я повторюсь, что эта жара скоро закончится, и к нам придет или небольшое похолодание, такое обычное, не какое-то сверхъестественное, или придет к нам дождик. Как я уже сказала, думала я, что сделаю очень много, но не всегда получается все сделать, тем более при такой жаре. Сделала, сколько смогла сделать. Помогла Полине покупаться. Да, это у нас тоже своеобразно. Сейчас все скажут, а что там купаться? Но у Полины достаточно густые волосы. Ей надо помогать их смыть, потом это все, в общем, развесить нужно, все, чем она там вытиралась. В общем, это еще то дело. Сегодня, как я уже много раз говорила, мы вырабатываем все, выедаем все с холодильника. Я намеренно многие вещи не готовлю, точнее, много не готовлю, потому что продукты сейчас дорогие, и чтобы где-то что-то пропало, нет. Поэтому выедали, выбирали. Иногда мы с Полиной себе устраиваем разгрузочный день. Да, вот именно так, для того, чтобы контролировать вес. И это тоже нужно. Лишний раз не съешь, на ночь не съешь, просто чая попьешь там или вообще не попьешь, и хорошо, и вес держится или уменьшается немножко, потому что за весом тоже нужно следить. Ну что, а я продолжаю наводить порядки в шкафчиках, и сегодня я добралась и перебрала все специи. Среди них я обнаружила пачку дрожжей, сухих, как вы видите, но, к сожалению, они уже просрочены. Что делать? Первая мысль – выбросить. Нет, я так не могу. Взяла я кастрюльку, налила воды, подогрела ее, ну, конечно, до теплого такого состояния, добавила немного сахара и сыпанула туда дрожжей. Поскольку они просрочены, думаю, ну, добавлю больше. Для чего? Конечно, тесто я на них замешивать не буду. Но у нас есть компостная куча, на которой сейчас достаточно много сорняков. Да, солнышко, безусловно, делает свое дело и, конечно, высушивает их. Но мне надо, чтобы эта зеленая масса уменьшилась. Я думаю, дрожжики мне помогут. Вот сейчас немножечко оно постоит, и потом я пойду вылью. Ну, а потом через какой-то период времени расскажу, получилось ли у меня что-то или нет. В любом случае, я дрожжи не выброшу, это все-таки деньги мы платили, но и сделаю доброе дело на компостной куче. Из того, что я вычитала в интернете, написано, что если пищевые дрожжи налить или насыпать на компостную кучу, то преобразование компоста буквально увеличивается в несколько раз. То есть переработка на компост, которая у нас пойдет на удобрение нашего огорода, быстрее осуществится. Вот я, собственно говоря, это и буду делать. Вот масса уже начинает потихонечку подходить. Что, как вы видите, подошла к компостной куче. Здесь очень много уже сухих сорняков, но
высыхать они почему-то не хотят. Вся эта смесь, которую я вам показала, я ее еще немножко подогрела, потому что она остыла. Но я сейчас буду выливать. Все просто. Вот так. А потом покажу, даст ли это какой-то результат или нет. Пока еще совсем не потемнело, решила вот выйти вам показать на ночь глядя. Но завязалась еще одна тыковка. Вот такая вот маленькая. Пока она... Ну, я ее не буду дергать, чтобы не оторвать. Будем надеяться, что она вызреет. И вот дальше тоже завязь есть. Видите? И вообще мне понравилась тыква, как, знаете, вот как живой какой-то организм. Она пошла расти сюда. Поняла, что здесь ничего не выросло и есть место, куда расти. Вот сейчас, чтобы я не была голословной, посмотрите, какой у нас напор ужасный. Ужасный просто. Я не знаю, как поливать кабачки. Открыла я на всю, на полную катушку, так скажем. Посмотрите, ужас. Как вот можно полить? И даже у нас огород не такой уж огромный. Это невозможно. Над каждым кабачочком сидеть. Конечно, они пускают кабачочки, вот видите, новые листики, но эти желтеют, отсыхают. Короче, нужен дождик, хороший дождик, чтобы их хорошо промочило. Но это не полив, это не полив, это просто ужас, надо жаловаться. В Харьков водоканал. Поскольку с поливом сегодня не удалось, покажу хотя бы, как отросла наша груша. Видите, корректируем, корректируем. Вот эти вот боковушки обрезаем, она пошла вверх. Ну, потом и вверх надо будет корректировать, безусловно. По-другому никак. Зашла я уже в дом, поскольку на улице уже ничего практически не видно. Сейчас день световой стал короче. Вот, и поэтому теперь нужно раньше видео снимать. Закрыла я сегодня две банки варенья. Это варенье из боярышника и абрикос. Все сразу не получается, но две баночки литровых у меня получилось. Вот таких вот красотульки. Вот. А на завтра оставлю еще одно варенье из слив и боярышника, и завтра начну думать насчет другого варенья, виноград, там что-нибудь придумаю, потому что боярышник падает, вот, и необходимо его как-то заготовить, пока есть возможность, пока он есть еще на дереве, пока он не портится так интенсивно. Поэтому вот сколько получилось сегодня, вот, но все равно хотя бы и так. И то хорошо. Не буду никаких целей ставить в плане количества банок варенья. Сколько будет, столько будет. Потом я все покажу, когда уже закончится такой сезон консервации. В общем, все я вам сегодня показала. Сегодня я на самом деле приходила в себя как-то. Но из-за такой жаркой погоды этот процесс восстановления растягивается на несколько дней. Поэтому на завтра переношу то, что я не успела сделать сегодня. Ну, всем сегодня хорошего вечера, мирной ночи. Без обстрелов, без сирен, без ничего. Я надеюсь, что мы этого дождемся. И отвлекаемся, как можно, как бы там ни было. Хорошего вечера, благополучия, здоровья и всем пока, до завтра.